питають диванні генерали. Да. Ой, в смысле, ці диванні генерали. Ну, давайте, ще один вопросик. Да, от дивіться, через скільки на Ланусі треба міняти масло? 10 тисяч. 10 тисяч. А ви на чому зараз їздите? Кстати. Просто говорят, что вы человек, который разбирается в автомобилях. Ведь человек, который может там поменять 10 автомобилей. Ты намекаешь, что Михаил робит на разборке? Ни на что не намекаю, мы просто беседуем. Ага. Вот. Человек, который может поменять 10 автомобилей в месяц. Бо я таке читал. Таке читав про вас, що ви вже їздите і на Rolls-Royce, що у вас є персональний вертольот. На самом деле все ж банально, там Mercedes G-класс, що то таке. Да. Розвійте ці слухи. Да, скажіть, який автомобіль зараз? Mercedes G-класс. Mercedes. Это когда у вас родился третий ребенок, вам дали 100 тысяч. По курсу 8. По курсу 8, да. Вы сразу раз и в кредит Mercedes. Вот видите, какая хорошая инвестиция, когда дети рождаются, можно взять деньги и правильно инвестировать их в средства передвижения. Никому не верьте, никому не верьте, что у Михаила Пахтуевича, ой, бачите, что щось клапан під шалю сердечный, что у Михаила есть и вертолет, есть и Rolls-Royce. Це все неправда, це все злі язики брешуть. Mercedes G-класс. Ты, кстати, нам Олена Галагуза говорила. Вот. Ну а что посоветуете вообще обычным людям? Что, на чем лучше ездить? Лучше пешком ходить. Как величка. Величка? Да. Птичка, не величка. А величка ходит пешком? Величка, да, на маршрутке ездит, пешком ходит. Неплохо. А кто это, кстати? Это депутат городского совета. А-а-а. Будущий мэр города Житомира. Ух, слава богу, что вы с нами есть. Хотя бы расскажите нам про этих депутатов. Да, мы же знаем Малиновского, вас и этого, Буровкова. Какого Буровкова? Он, кстати, сейчас тоже, я слышал, что хочет баллотироваться в мэры. Згадуючи 2000-й рік, цю прекрасну кампанию, коли Буровков висів у всіх тролейбусах. Сколько это тебе лет? По-моему, 42. Михаил, а на самом деле, если вы, например, не пойдете баллотироваться вот в мэры и не будете претендовать на пост градоначальника... Бургомайстра. Можно и так, по-немецки. За кого бы вы проголосовали? Вот честно, только если не за вас. Вот за кого еще может... Возможно, мы эти материальчики потом как-то пустим в народ, может, потом мэр вам... За кого, как не за Сухомлина? ...предложит хорошую должность. Вот вы сейчас говорите, я бы за Сухомлина. Он становится мэром, мы ему это видео раз. Говорит, Миша, ты меня поддержал тогда? Тогда будешь моим замом. Классно, классно. Отлично. А если будет Цымбалюк, а вы сейчас скажете Сухомлин, мы эту передачу никуда не пустим. Серьезно? Тем более, что вы абсолютное право имеете сказать, а если ребята, эта передача не выходит. А если Бобер? Я думаю, что за Бобра. Все-таки за Бобра. Все-таки. Все-таки вот столько раз человек участвовал в выборах, думаю, что он как раз дошел до того периода, когда он уже может все-таки стать. Вся крошня голосовала за Бобра. Да, все бабушки. То есть, да, я за бабушек. А Бобер помогает бабушкам? А он по бабушкам. В смысле по бабушкам? Что, Бобер, его жене 70 лет. Бобер встречается с Шелученко? Да, может быть. Ну, Бобер это очень интересная личность. Действительно, сколько помню, сколько он пробовал себя, ни разу никуда не проходил. Хотя мужчина сильный. Вот задают диванні лейтенантов. Чого москаль уйшов з Луганщини? Іменно уйшов. Видно, що нам пишуть Салєвська где-то. Бо уйшов звідси. Уйшов звідси, бо він вийшов. Вот, да, почему москалю не дали служебний автомобіль, щоб він уїхав? На що ж він уйшов? Как ви думаєте, почему? Или, может быть, все-таки... Я все-таки думаю, що він улетел. Но обещал вернуться. Обещал вернуться, но улетел точно, потому что я знаю, что Киев-Ужгород есть самолет, и он туда летел. Блин, по-моему, дорого это, не? А кто сейчас 300. На его месте? Тука. Тука? Тука. Тука. Читука. Пум-пум-пум. Слушайте, а что Тука вам не пропонував ничего? Казав, залишайся. Я не буду. Казав, да. Казав, да? Каже, Миша, я Тука, у меня есть така штука. Есть предложение остаться немножко поработать. Слушайте, а в Закарпатскую область чего вы не едете? Там же вино раз. Ну, тут если, таможня два. Если баллотироваться в мэры, надо здесь быть. А, это такая новая фишка? Да.
Ладно, мы сейчас скажем при всех, ну, поскольку вы наш гость, потом мы ожидаем, что придет Сухомлин, но сейчас, если вы, Михаил, определитесь и будете баллотироваться в мэры, мы с Вадимом обязательно за вас проголосуем. Да. Так мы напишем в комментариях, так мы уже сказали в нашей передаче. Ты же сказал за Буровко. Следующий вопрос. Як в горсовете празднуют днюхи? Вот, да. Вот просто интересно. Знаете, вот все думали, что в горсовете все, все сидят, все. Например, у Цимбалюк день рождения. Все кажут, добрый день, встаньте. Все, тетя Люба, тетя Люба. И так раз-раз, и вона печеньки на салфетку. Знаете, всем так, Малиновскому, вам, так всем положила. Як на поминках, да? Ні. Вот. Со словами, так треба. Действительно, а есть такое, что вот все депутаты собираются в квартале, вот через дорогу, купился коньячок, старые кахети, три звезды. Кажут, что депутаты, это же звичайные люди. Чи ви любите? Чисто поначалу, да, выставляли такие, собирали поляну, накрывали. Кто приглашал где-то в обед? Ага. В ресторане каком-то? Фуршет? Сейчас скажите, а Дебоя приглашал кто-то? Уже давно не приглашал никто. Уже не приглашали. Знову звонит цей восьмий айфон. Очень жаль. Владимир Дебой был хороший человек. Ну, и есть, конечно. Мы колись с ним потанцевали. Подождите, Миша, если к вам так обращаются, значит, кто-то знакомый. Какая ваша любимая песня? Так. Спойте всей семьей смотрим. Да, Михаил, кстати, у нас прямой эфир. Знову Залевска, видишь? Вас всей. Смотрит сейчас трое детей и ваша супруга. Какая вот ваша любимая песня, кроме «О Боже, какой мужчина»? Которая уже засветилась, естественно, в мультфильме, мы об этом знаем. Но, может быть, есть что-то там из фирменного репертуара, англоязычное. Например, Оззи Осборн, Вадим Казаченко, например. Нет. Давайте сейчас порадуем ваших детей. Пусть бегут неуклюже. И Ирину. Ирина. Да. Ирина зовут же? Да, Ирина. Естественно. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. На Котовском кто выкачает воду? Вот сразу песня, которая затрагивает очень острые социальные темы. На Котовского надо что-то делать с дренажной системой. Постоянно топит и топит. Ну, я надеюсь, что вашим детям и Ирине понравилась эта песня. Ну и взагалі всем нашим глядачам. Да. Но, естественно, троллям, нашим троллям, рядовым троллям, нашим задротам таке понравиться не може, бо їм ніколи нічого не нравиться. Вони взагалі недовольні життю, як і ми з тобою. Вадим, я зараз посмотрел на екран, увидел твоє лицо крупно. Так. І понял, що ти реально похож на хорошого міністра оборони України. Такий трошки товстенький і нічого не робить. Це ж збулась моя давня мрія. Жерти і нічого не робити. Ну что ж, мы продолжаем. Иду и депутаты. Следующий вопрос для Михаила. У моего кота большой расход песка в лодке. В лодке. Может, в лодке? Не в лодке. Не подскажете, где можно купить оптом песок? Пожалуйста. Мне кажется, что этот человек знает что-то про Мишу больше, чем мы. Чем мы. Пожалуйста, отвечайте. Ну как отвечать, если Миша после этого вопроса убежал почему-то? Сейчас серьезные вопросы с песком. Дорогие друзья, только мы касаемся очень серьезных тем. Дешевые враги. Очень серьезных. Видите, вот сейчас вопрос стал ребром про песок. И с Михаилом что-то случилось. Він накивав пятами с нашей студии. Как вы уже догадались, КДГ. Клуб диванных генералов. Очень скандальный проект, на котором мы узнаем все про наших гостей. Мы запрошуем только серьезных людей. С вами был Клуб диванных генералов. Я. Дима, Вадик, я и он. И я. Вы поняли, кто у нас главный? Миша Пухтаєвич. Генерал Шульц, Відерзейн.